Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузов становится переутомление водителей. Во время длительных поездок, особенно в ночное время суток, дальнобойщики, чтобы сократить время в пути, иногда нарушают режим труда и отдыха. Чтобы еще раз напомнить о важности соблюдения рабочих норм в дороге, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие на Каширском шоссе. Данный раунд направлен на снижение дорожно-транспортной аварийности, очередное напоминание водителям о пользовании ремней безопасности. И, соответственно, в рамках данных мероприятий, в связи с большим наплывом грузового транспорта, длинномерного транспорта, большегрузного, с ними проводим разъяснительную работу, вручаем электронные памятки. Собственно, на электронных планшетах водитель сканирует штрих-код, и дальше он может смотреть на своем мобильном телефоне всю информацию. Способов борьбы со сном известно множество. Кого-то бодрит горячий кофе, некоторые, наоборот, пьют холодную воду. Можно открыть окно или включить громкую музыку. Действуют эти методы на всех по-разному, но со временем их эффективность снижается. Организму для полного восстановления обязательно нужен сон. В этом убежден Никита Шаварин. За рулем большегрузного транспорта он более 10 лет. Главное, правила не нарушать, ездить. Вот, и все нормально будет. Соблюдать режим труда и отдыха водителей, все будет хорошо. Во время рейда инспекторы демонстрировали водителям грузовиков электронные памятки, как не уснуть за рулем. А также предлагали воспользоваться QR-кодом с помощью мобильного телефона. Выполнив это несложное действие, дальнобойщик получает доступ к ее полному содержанию. И в любое удобное время может самостоятельно ознакомиться с информацией. Спасибо вам за понимание. Аккуратнее на дорогах. Соблюдайте режим труда и отдыха. Всего доброго. До свидания. Водители относятся к таким рейдам с пониманием и отмечают, что в первую очередь сами должны подходить к своей работе более ответственно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.